Привет, ребята, я Велислава. Вы на моем канале. Продолжаем учиться быть блогером. И сегодня второй урок. Продолжаем работать над дикцией. Скороговорки! Первая скороговорка с буквой «Р». Ехал грека через реку, увидел грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. А вы сможете повторить? Ну, давайте попробуйте. Скороговорка номер 2. 4 черненьких чумазеньких черчонка черчили черными чернилами чертеж. Скороговорка номер 3. От топота копыт пыль по полю летит. Скороговорка номер 4. Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. Скороговорка номер 5. Баран-буян залез в бурьян. Баран-буян залез в бурьян. У меня челлендж, говорит скороговорки, жуя баранку. Сейчас я ее поломаю на кусочки. Положу ее в рот и буду говорить скороговорки. Ехал грека через реку, видел грека в реке рак. Сунул грека в руку в реку, рак за руку греку цап. Перхоняк! Ехал грека через реку, видел грека в реке рак. Сунул грека в руку в реку, рак за руку греку цап. Кукушка кукушонка купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Баран буян залез в бурьян. От топота копыт пыль по полю летит. Вот так мы и учимся красиво говорить. Всем пока! Конечно же, подпишитесь, ребята. Выплевывай так. Ну выплюни. Есть хочешь? Ну ешь. Не снимай это на камеру. Ай, ладно, не буду. Пока. 4 маленьких чертежонка. Стой, стой, чертежонка. И сегодня мы начнем второй урок. И сегодня второй урок. И сегодня второй урок.